И, ребята, всем привет, друзья, с вами я, мистер Шайдер, и сегодня я вам покажу, как получить все эмоции в Minecraft Bedrock Edition 1.16.0. Потому что в Minecraft Bedrock Edition добавили эмоции, я вам сейчас покажу. И смотрите, по умолчанию доступно только три эмоции, это Wave, Simple Clap и Over There. Это дефолтные эмоции, которые бьют просто так. Но также многие не знают, что тут есть еще три эмоции. Это The Pickaxe, алмаз для вас и молоток. И сегодня я вам расскажу, как получить эти эмоции, которые находятся вот тут. Давайте приступим к видеоролику, и я вам покажу сначала эти эмоции, а потом все остальное. Ну, первая эмоция на сегодня, это давайте посмотрим Simple Clap. Ну, это просто хлопки. Потом Over There. И сейчас, ребята, я вам покажу, как их получить. Главное меню. Нажимаем на профиль. Редактируем персонажа. И тут мы заходим в новую вкладку эмодзи. Тут у нас сначала будут не выбраны эмодзи, и у вас будет вот так вот. Но тут также можно заметить вот эти вот три эмоции. Сейчас я вам покажу, как же их все-таки получить. Смотрите. Эти эмоции даются вам, когда вы получаете какое-то определенное достижение. И чтобы получить это достижение, я вам сейчас объясню, как оно получается. То есть, смотрите, тут можно получить всякие наборы скины, то есть всякие там вещи вот по типу вот такого. Вот. Это все за достижение выдается. А эмоция молоток выдается за куй железо пока просто. То есть вам нужно выплавить железный свиток. Это не очень сложно, вам достаточно просто найти железный свиток и переплавить его. Потом алмаз для вас вам выдаются, когда вы добываете алмазы, и потом, ну, не обязательно их добывать, вам нужно их бросить другого игрока. То есть, если у вас нету другого игрока, то я не знаю, как вы будете это получать. The Pickaxe — это, как по мне, одно из самых сложных достижений, которые вам необходимо сделать. Это нужно получить достижение «Время приключений». Чтобы получить это достижение, вам необходимо пройти 17 биомов. То есть вот просто вот вы идете и там находите, например, лес или березовый лес. И вот нужно вам 17 таких разных лесов найти. Не лесов, там всего много, короче, надо искать. Вот. И, в принципе, я даже не знаю, что дальше сказать. Я могу сейчас объяснить, как получить достижение. Для того, чтобы получить достижение, вам необходимо создать новый мир. И тут вам необходимо сделать так, чтобы вы, во-первых, вошли в Xbox аккаунт, а во-вторых, вам необходимо, смотрите, если вы видели вот такую вот табличку «Отключить достижение», то вы в этом мире уже не получите никаких достижений. То есть вам нужно именно в выживании быть и никакие читы не включать. Координаты, кстати, теперь не считаются читом. Вот. Экспериментальный игровой процесс, я не знаю, я не включал. Но, по крайней мере, эти блоки, чтобы получить, так вам точно нужны читы. Вот, и вот тут, видите, тут даже есть кнопка «Включить читы». Поэтому, ребята, всем рекомендую там понаходить миры какие-нибудь, можете поделиться мирами, седами, там, я не знаю, там как просто, чтобы было получить достижение и помахать рукой кому-нибудь. Это ж так важно. Вот. Всем спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. Надеюсь, он вам понадобился. Теперь опросов больше нету, поэтому не буду у вас больше ничего спрашивать. Но могу спросить, в принципе, я у вас, наверное, сейчас спрошу что-нибудь, тут появится на экране этот... То, что я вас спрашиваю, и вы можете написать в комментариях ваш ответ, потому что я, в принципе, это вопрос. Всем пока.